Здравствуйте! Добро пожаловать на мой рукодельный канал. Меня зовут Инна. У нас уже середина ноября, а я к вам с октябрьскими итогами. К сожалению, так у меня получилось. На это есть уважительные причины, но я не буду вдаваться в подробности. Давайте лучше посмотрим, что я навышивала. У меня много мини-финишей. Но оно и понятно, потому что в преддверии Нового года большинство из нас вышивает елочные игрушки. И это действие не обошло и меня стороной. Поэтому покажу вам первые свои мини-финиши, вышитые в октябре. Это две игрушечки от компании Dimensions. Я вышивала по остаткам, с которыми любезно поделилась моя подружка Танечка. Привет тебе, дорогая! Помимо того, что она мне подарила остатки, она также мне вложила в подарок и пластиковую канву Дарис. И я вышила эти игрушечки на белой пластиковой канве от Дарис. Вот посмотрите, что у меня получилось. Нет, вот так. Вот такие вот красивые игрушечки вышли в итоге. Сзади я просто приклеила белый фетр. Ну, я решила, поскольку пластиковая канва белая, белый фетр взяла, переживала, что будет слишком просвечиваться ниточки, потому что фетр у меня был очень тоненький, но вроде бы все нормально. В этих игрушках я внесла свои замены. Кстати, ниточек было крайне мало. И, наверное, треть от каждой игрушки я вышивала своими ниточками подбором. О каких заменах идет речь? Вот здесь вместо бэкстича я делала выкладную нить. Затем по ключу у нас везде шел темно-коричневого цвета бэкстич. Но я же сделала здесь темно-красненьким, темно-зелененьким. Здесь вот тоже темно-зеленым я листики обводила. В общем, поигралась с бэком. А, и вот здесь вот тоже я делала голубенький. И мне очень понравилось то, что у меня получилось. И в ангелочке также бэк я сделала по низу юбки темно-зеленым. Здесь темно-красным. Воротничок я сделала темно-зеленым. Бантик темно-красным. Результатом я очень довольна. Мне нравится, что у меня будут такие прекрасные игрушечки. Благодаря моей подружке. Это были первые мои два мини-финиша. Ну, давайте уже продолжим разговор об игрушках Dimensions, но уже из набора. Я вам каждый месяц показываю свои результаты по отшиву игрушек из этого набора. Christmas Village Ornaments. Я прошу прощения, снимаю при искусственном свете, и обложка бликует. Было у меня вышито 3, и в октябре я вышила 4. Четвертая игрушечка выглядит вот так. Это у нас уже католическая церковь и поющие псалмы. Кстати, сразу не разобралась, что это собачка подпевает поющим. Когда я вышивала, думала, что это за коричневое пятно на земле. Потом посмотрела на превью. А, да это же собачка. Так что собачка у нас тоже поет. Так что вот еще на одну игрушку выросла моя коллекция. Очень надеюсь, что завершу эти игрушечки до Нового года. Осталось у меня 2. Одну я уже, разумеется, начала в этом месяце. И рассчитываю ее завершить. По компании Dimensions это все. Ну и следующий мини-финиш это по вот этому журналу Just Cross Stitch. Вышиваю я вот такие вот подушечки вот. Для того, чтобы осенью сделать такой веночек. И вот в октябре, поскольку я решила вышивать по одной подушечке в месяц, в октябре вышилась у меня вторая. И это индюшка. Вот такая у меня красавица.
Я ничего не отглаживала, потому что еще предстоит мне вышить здесь три подушечки на этом отрезе. Как и предыдущая. Посмотрите, насколько ярче, чем на превью. Сейчас постараюсь вам приблизить. Вот, посмотрите, насколько ярче индюшка у меня получилась, нежели на превью. Очень красивый результат. Я думаю, что веночек у меня будет просто бомбический. А в этом месяце, в ноябре, тоже планирую вышить еще одну подушечку. И, скорее всего, будет у меня вышиваться пилигрим. Посмотрим. Ну, а дальше, девчонки, расскажу вам предысторию. Следующий сюжет, который я вам покажу, начался и вышился у меня совершенно случайно. Вообще, к одной из схем, которые я себе скачала и планирую вышивать летом, я решила подобрать ниточки, тканюшку, ну и, соответственно, открыла эту схему в электронном виде и обнаружила там внизу подпись, что это из журнала «Схема Джилл Окст». Я подумала, может быть, возможно купить этот журнал. Я вышью уже по журналу, тем более я люблю печатные издания. И заиметь еще один журнальчик в мою коллекцию было бы неплохо. Занялась я поисками этого журнала в сети, где бы можно было купить. К большому сожалению, журнал я не нашла. Я вам вставлю картиночку обложки этого журнала. Это австралийский журнал дизайнера Джилл Окстон, в котором представлены сюжеты по вышивке крестом и бисером. Это есть как и смешанные работы, так и по отдельности крест и бисер. Но очень классный журнал. И, кстати, очень жаль, что я не смогла найти, где приобрести. Если вдруг кто-нибудь из вас знает, где такой журнальчик можно купить в Украине, сообщите мне, пожалуйста, буду вам очень благодарна. Так вот, пока я находилась в поисках этого журнала, мне чисто случайно Google выдал схему из этого журнала, и это была схема мопса. Сейчас я вам выведу картиночку на экран. Я как увидела этого очаровашку, вы знаете, крайне редко встречаются удачные схемы для вышивки с мопсом. Я вот даже вот красивых и не видела, честно говоря. И вот когда я увидела этого мопсика, думаю, боже, какая прелесть. Он так похож на моего Ричика. Думаю, надо вышить. Сейчас вам покажу, что у меня получилось. Получилось мне еще лучше, чем на превью. Вот такой вот красавчик у меня вышился. А в октябре, кстати, я не сделала замеры. Сейчас я это сделаю и вам скажу. Я заодно подложила и белый лист, так удобнее. Значит, получилось у меня 9 на 11. То есть 11 в высоту. И 9 в ширину. Посмотрите, какая шикарная проработка мопса. Здесь нет ни одной линии бэка, ни одной. И какая красивая мордашка. Она издали смотрится как живая. Просто роскошный дизайн. Я так довольна, что нашла такой. Ранее мне не встречался этот дизайн ни в каких ни группах, нигде. Тут чисто случайно он сам меня нашел. Я для него хочу купить рамку пяльца и оформить. Она по цвету будет прекрасно гармонировать с самим сюжетом. Мне кажется, будет здорово. Главное найти по размеру. И, возможно, в итогах за год я вам покажу его уже в оформленном виде. Будем надеяться, что я до Нового года найду ему рамочку. Я его так вижу в овальной раме. Вообще было бы классно в деревянной, да? Ладно, посмотрим. А вдруг найду рамку пяльца, и будет тоже хорошо. Вот такой вот прекрасный дизайн
нежданно-негаданно вышелся у меня. И поскольку я вышила мопса, то я вспомнила, что у меня есть в закромах еще один мопсик, который как раз и ожидал предновогодней суеты, чтобы быть вышитым. Почему предновогодний? Потому что это вот такой вот новогодний мопс. Это уже волшебная страна. Сейчас я вам покажу. Это магнитик от волшебной страны. Но я специально не собирала задник. Вышит он у меня уже давным-давно, естественно. Чтобы вам показать, как выглядят магниты от волшебной страны. Вдруг кто-то не вышивал, не знает. Значит, для задника есть еще вот такая вот заготовка из фанеры. На нее приклеивается магнит. Видите, здесь вложен магнит. И магнит крепится на двусторонний скотч. Потом я, естественно, это все соберу. Покажу вам остаточки от этого набора. Вот в такой упаковке был этот магнит. Волшебная страна. Так. О, есть артикул. Можете посмотреть. FLA-333. Так. Ниточек осталось много. Я использовала именно эти ниточки, которые идут в наборе. Что-то я обнаружила только 3 пакетика бисера. Но поверьте мне, остался еще и белый. Чуть меньше, чем всех остальных, но осталось его. То есть нормальные остатки волшебной страны. Очень. И вы знаете, мне настолько не понравилось вышивать на деревяшке волшебную страну, и мне очень понравилось вышивать на холсте. Не знаю, вот сколько раз слышала от многих, что на холсте вышивать довольно трудно. Может быть, просто есть же еще Абрис Арт, да, у нас на холсте. Может быть, холсты отличаются как-то. Ну, я вот прям реально получила удовольствие, вышивая на этом холсте. Вот серьезно. Вообще никаких проблем. Так хорошо входит игла. Так что, кто хотел попробовать, такие магниты там есть с абсолютно разными сюжетами, пробуйте. Я думаю, вам понравится. Видите, я этот год, 2021, начала с мопсов, если вы помните. Мою даму с мопсами, потом закладка у меня была мопс. И завершаю год тоже мопсами. Хотя у нас и не год собаки, но получается, что именно собак у меня вышито больше всего. Корова лишь одна. Так, ну и сейчас я вам покажу последние свои 2 мини-финиша. Это уже будет тема Хэллоуина. А на тему Хэллоуин я хотела в этом году вышить дизайн от мадам Ляфи, который, соответственно, хотела оформить в подушку. Но поскольку я сняла видео о всех своих начатых процессах и поняла, что еще один начинать такой немаленький проект было бы не очень хорошо после того, как я решила сокращать свои все начатые процессы. И поэтому я думала, возьму-ка я что-нибудь совершенно маленькое. И вот в журнале от Stony Creek. Это у меня за лето 18 год. Я нашла вот такие вот маленькие абсолютно сюжетики. И подумала, почему бы и нет. Тем более, что я их вышила оба сюжета за один вечер буквально. И сразу же их и оформила. У меня посетило такое вдохновение. Я даже нашла похожие пуговки. Мне, кстати, тоже эти пуговки Танюша дарила. И сейчас покажу вам результат своего вдохновения. Единственное, что в пауке я забыла вышить надпись. Совершенно забыла. Обнаружила это уже, когда начала оформлять, когда уже приклеила к фетру. По поводу оформления сейчас расскажу. Значит, это... Вот, видите?
Пуговки прекрасно подошли вообще. Единственное, что о чем я пожалела, это то, что я вот эту вот надпись сделала в две ниточки, а не в одну, и оно получилось, видите, как-то, ну так, не совсем разборчиво, тем более я ввела сюда голубую ниточку, чтобы поддержать пуговку, но нужно было вышивать в одну нить. Но уже все, так и будет. Форму вот этого цветка я взяла из игольницы от волшебной страны. Я просто ее приложила, обвела и вырезала вот такой вот цветочек. Ну и, соответственно, потом к этому цветочку я уже вырезала и кружочки для центра. Вот. И под Аиду, это у меня, кстати, 18-я Аида, под Аиду я приклеила обычный белый лист. Но это же в конце я придумала вот такие вот аппликации в виде шляпы и мыши. Это из фоамирана. Вот. Ну вот, видите, сзади я шнурок приклеила самым примитивным способом. И точно так же выглядит и это. Вдохновение мое на этом не остановилось. Понимаете? Мне нужно было теперь сделать хэллоуинское дерево. Я вам показывать в кадре сейчас уже не буду, потому что я уже убрала этот декор до следующего года. Но я вам вставлю фотографию, как это все выглядит, и расскажу, как я делала это дерево. Я просто взяла полено из тех дров, которые мы заготовили в зиму. Из этого полена торчал немножко сук. Я к нему привязала веточки ореха и задула все черной матовой краской с баллона. Места там, где связаны ветки, я полила клеем ПВА, посыпала искусственным мхом. И также для того, чтобы дерево у меня блестело, у меня был вот такой вот черный глиттер. И я посыпала практически все полено вот таким вот черным глиттером. Ну, верхнюю часть полена вот таким глиттером. Это так красиво получилось. Я очень хотела вам заснять именно перед Хэллоуином красивое видео с этим деревом, но, к сожалению, у меня ничего не получилось, поэтому я вам уже в ноябре показываю то, что я вытворяла. Вот таким образом, девчонки, завершился мой октябрь. И вот уже скоро закончится ноябрь, так что думаю, что мы очень скоро с вами увидимся уже в итогах за ноябрь. Посмотрим, будет ли у меня столь же продуктивным ноябрь или нет. Ну что ж, по традиции желаю вам всем прекрасного осеннего еще настроения. Создавайте красоту и уют в вашем доме. Всего хорошего, до новых встреч и всем пока!